Всем привет, я Сэм Ван, вы наконец-то сегодня будет распаковка Hot Wheels, и эти тачки сделают 1000 машин, так что можете по факту меня уже поздравить, у меня уже есть 1000 машинок, и прямо сейчас я буду открывать эти тачки. Значит, погнали, пацаны, давайте начнем, и первое, это у нас вот такой вот Pontiac GTO 2006 года. Похоже, честно говоря, мод на BMW, но давайте посмотрим на его превью, так сказать, на карту. И распакую. Это уже рекалор этого Pontiac. У меня уже такой Pontiac есть, но это вот его рекалор. Так, значит, давайте его наконец-то рассмотрим. Вот такой вот замечательный Pontiac. Вот. Очень прикольно, недурно выглядит. Такой синий, драговый, стильный, с выхлопом в бок. Реально на BMW похож мордой. Но выглядит очень прикольно. Так что вот такой Pontiac. Это, кстати, из современных мой любимый Pontiac. Поэтому как бы отправляем его, ну, дальше. Как бы переходим, точнее, дальше. Следующая тачка, это у нас вот такая вот Honda City Turbo 85 года. Вот такая вот. Это у меня такого еще цвета не было. Это такой серый цвет. Давайте тоже распакуем. Это достаточно старый мейн. Так. Вот такая вот Honda. Очень прикольная. Мне нравится. С выхлопом тоже в бок, в ливрее Honda City Turbo, с тремя интеркулерами сзади. Очень пучная тачка, маленькая, компактная. Я бы хотел себе такой, городская такая маленькая тачка. Уи, можно прикольно не ездить. Короче, стильная тачка, мне нравится. Продолжаем, пацаны. Так, следующее, это у нас, наверное... О, это у нас новая тачка. Это продолжение нового мейна, вот как мы с вами видели предыдущую серию про распаковку Hot Wheels, где я там распаковывал новый мейн из детского мира, то эти все машинки, вот эти вот, это из Ашана, это новый мейн из Ашана, я его там нашел, вот, а это из детского мира, ну там одну машинку только купил, вот, остальные все будут из Ашана. Продолжаем. Следующий у нас это Muscle and Blown, вот такая крутая тачка, она мне приглянулась тем, что она похожа чем-то на Subaru, поэтому прямо сейчас я ее распакую. И готов же вам ее показать. Вот еще раз карта. Очень неплохо выглядит. А вот, слушайте, тачка очень самая прикольная. Какая-то такая угловатая. Офигеть. Как будто, знаете, такая футуристичная суперская супра. Реально очень пущенно выглядит. С турбинками. С дисками нормальными. В общем, мне нравится. Слушайте, супра мне прям нравится. С фендерами. Пусть это будет супра. Вот такая вот супра, пацаны. Следующее это... Так, это у нас вот такая вот новая Honda N600. Вот такая вот... Это новый кузов у меня в коллекции. Это вообще новый кузов среди Hot Wheels. Вот такая прикольная японская Honda. Давайте ее распакуем. 1970 года выпуска Honda. Все, пацаны. Ой, блин, она такая маленькая, она такая тяжелая. Слушайте, она очень прикольная. Давайте его рассмотрим в деталях. Так, о, фары клетчатые. Это прям прикольно. Старые плафончики. Шильдик Honda. Приятный цвет. Так, уже проработано. Тоже шильдик Honda. Красный салон. И она очень тяжелая для своего размера. Это вот у нее, я так понимаю, такая антенка. Это тоже прикольно. Ну, в общем, вот такая прикольная Honda, пацаны, на мелких дисках. Вообще, мне прям очень нравится эта моделька. Блин. Ха, классно. Отправляем дальше. Переходим дальше, пацаны. Следующее, это у нас вот такая вот очень крутая Chevrolet Camaro в ливрее Falcon. Пополнение коллекции Hot Wheels в ливрее Falcon. Давайте ее распакуем. Так, такая, кстати, Camaro есть Hot Wheels ID, поэтому ищите ID-шку, пацаны. Так, вот она сама Camaro. Как всегда, ливрея Falcon мне очень нравится. Только какой-то скол на бампере. Какие-то скол на бампере, непонятно. Но очень прикольно, в общем, тачка выглядит. Со спонсорскими наклеечками. Собственно, все как положено. Принт, причем, как будто бы даже объемный. Вот. Мне нравится. Просто крутая тачка. Поэтому в коллекцию Hot Wheels пойдет. Так, следующая тачка. Кстати, у него морда очень прикольно выглядит. Следующая тачка. Это у нас что же будет? Я даже не знаю. О, это у нас новая Mazda RX-7 Savannah. Это у нас рекалор. И она мне дико напоминает RX-7
из Intel Day. Это у нас Mazda RX-7 FT3S 89 -го года. Значит, давайте ее распакуем. Вот. Так, слушайте, мне кажется, что белый цвет ей очень сильно идет. Какая-то там реально из Intel Day, как будто бы Mazda. С доработанными фарами, с очень красиво доработанной жопой. Вообще очень классная Mazda. В коллекции GDM такая аккуратная, беленькая. GDM-ская Mazda. Только вот на стекле царапинка, но это ладно. Очень прикольно выглядит. Mazda RX-7 FC3S Intel D, прям реально. Слушайте, мне прям очень нравится. Переходим дальше. Следующее это... Так, я просто из пакета вытаскиваю, поэтому я не знаю. О, это белая Subaru. Это уже Recaller. У меня точно такая же, только желтая. Но, как вы понимаете, что я некоторые Recaller собираю. Поэтому, как бы, ее я тоже забрал. Так. Вот она, пацан. Какая красивая желтая Suba STI. Стиха. Очень прикольная тачка. В белом цвете ей тоже очень идет, как и в желтом. Вот, даже не знаю, в чем лучше. Наверное, лучше в белом. Но в целом очень прикольно. Не, лучше вообще в синем. Конечно, очень прикольная тачка. Поэтому в коллекцию Hot Wheels пойдет. В коллекцию GDM, так сказать, японских тачек тоже пойдет. Следующая тачка. Это у нас что-то интересное. О, это у нас из Бэтмобиль какой-то очень крутой. Мне он просто приглянулся, и я его решил взять. Давайте его распакуем. Какой-то он очень интересный Бэтмобиль. Матовый. С движком. С очень лютый. О, нифига, вот этот, блин, жопа очень красивая на самом деле. С такой вот подвеской. Лютый фендер. Вот такая вот жопа. Даже, блин, вот это вот меня максимально прикалывает. Сигнал заднего хода на крыше. Ну, типа, ну, вроде такая лютая тачка. Такой маленький скромный сигнальчик. Вот, просто вот эти вот фары и вот такой сигнальчик, это очень смешно. Вот. Такие вот лютые диски. Слушайте, мне очень нравится, как эта тачка выглядит. Вон, приборочка. Вот так вот зло выглядит морда. Ну, в коллекцию ретро-тачек подойдет. Конечно, вот этот обвес с клепками, это очень круто. Вот если бы клепок не было, было бы не так. А клепки есть, поэтому все гораздо лучше. Вот такая крутая тачка. Следующие, пацаны, это у нас... О, это у нас GMC Cyclone. Это мой Recolor уже. Он мне очень приглянулся вот в такой, так сказать, комбинации цветов. Вот, давайте его распакуем. Так. Вот, блин, он такой приятный, он такой как будто бы премиум, но он не премиум. Очень прикольный автомобиль, такой приятный синий цвет, Циклон написано. Очень красивый, о, даже жопа проработанная, и шильдики тоже есть. Вот еще бы морду проработали, было бы идеально, но у меня есть премиум, поэтому у меня и так есть проработанная морда. Слушайте, пацаны, это очень красиво, вот, и у меня прямо сейчас к вам вопрос. В прошлой распаковке я машину показывал на крутящейся подставке. Мне делать так же или нет? Напишите в комментарии, потому что сейчас я без нее делаю. Вот если вы хотите, мы ее вернем и будем также на крутящей подставке показывать. Такая прикольная тачка. Следующее это у нас... Так. О, это у нас Юнимог, пацаны. Который я... Извиняюсь, если вдруг ты меня смотришь. Я спер его из заначки человека, которого заначил. Там было 6 машин, вот я одну из них забрал. Заначки потом больше не было. Я заначку, то есть там же оставил, я не трогал. Но Юнимог я очень хотел, поэтому пришлось Юнимог забрать. Поэтому, если ты это смотришь, извини. Вот. Вот такой прикольный Юнимог. Мне он очень нравится. Мне очень нравится, как у него выглядит там инвентарь. То есть ящики, запаски. Вот. Search and Rescue. Пожарный Юнимог. Это мой новый кузов. Защита. Вот. Очень мало. Тут такое пустое место. Но, в общем, Mercedes Юнимог 1300. Это мой новый кузов среди Hot Wheels. Вот такая прикольная тачка, пацаны. Следующий. Это у нас с вами... Так, у нас осталось не так много машин, кстати. О, это у нас с вами очень крутая Chevrolet SS. Мне она прям очень приглянулась. Давайте ее распакуем. Вот бы ее премиум сделали. Вот это было бы, конечно, разнос. Вот такая прикольная Chevrolet SS. Суперспорт. А, вот о, от души. SS, я так понял, это расшифровывается как суперспорт. Это вообще офигенно. Так. Эш Оушлис какой-то Чивелли 40 Ерс. Короче, это еще юбилейная тачка на 40 лет Чивелли. Такая прикольная морда. Вот.
Блин, шильдика посередине не хватает, потому что вот здесь шильдик СС есть. Вот если бы он еще был тут, это было вообще идеально. Но СС сама очень крутая, такой приятный цвет. Поэтому в коллекцию, естественно, подойдет. Очень прикольная Chevrolet SS. Следующий. Это у нас, пацаны. Так. О, это у нас Porsche в коллекцию ливреи тачек. В коллекцию тачек с ливреей Гульф. Вот такой вот Porsche 356 Outlaw. Значит, это Porsche есть Super Treasure Hunt, поэтому смысл есть поискать. Так, вот он сам Porsche, он очень маленький, но очень приятный у него цвет, такой как будто бы из 60-х. Вот. Ну, в принципе, он есть из 60-х, если еще не раньше сделан, я просто не знаю, когда он сделан. Но очень старая гоночная машина, это видно. И это очень прикольно выглядит, вот, в сочетании с этими дисками. Вообще классный Porsche в коллекцию, и вот замки на капоте, вот бенз, этот, короче, чё-то я забыл уже что, вот, из капота торчит, очень прикольно, выхлоп, наверное, вот, очень прикольно, короче, вот такой крутой Porsche в коллекцию подойдет. Следующее, так, у нас тут совсем мало машинок, наверное, штуки 3 или 4, а может чуть побольше, не знаю. Но то есть, я имею в виду, это, мы основное количество уже распаковали. О, это новый кузов. Это вот такой вот Dodge. Это у нас Dodge Rampage или Rampage 1982 года выпуска. Давайте его распакуем. Так. О, блин. Он очень крутой. Он очень мне нравится. Он очень классно сделан. Шильдик Dodge, что же есть, это вообще отдельный лайк. Это в коллекцию мне новый кузов. Ну и, конечно же, бесценно то, что есть байк сзади, потому что это он максимально детализации придает. Это очень прикольно. Это вообще очень прикольная тачка. Но вот такой прикольный Dodge Rampage. Реально самый свежий мейт. Погнали дальше. Так, следующее у нас идет с вами. Так, у нас осталось с вами три машинки. Следующее это что-то желтое. О, это новый Skyline. Recolor Skyline вот такого. Давайте его откроем. Это Nissan Skyline 2000 GTR. Так, давайте его с вами откроем. Очень прикольный Sky. Желтого цвета 20 века. С фендерами, с разварками. С вот очень детализированной подвеской. Вот за это я люблю Hot Wheels, за детализацию. Только жопа что-то не очень детализирована, но это ладно. Че, подожди, она же должна быть... Она же должна была быть лучше детализирована. Ну ладно, ничего страшного. Зато есть шильдик Skyline, точнее надпись. Вот, и морда тоже прикольная есть. Как будто она, правда, мятая. Но она есть мятая, потому что эта морда очень острая. Ее очень сложно сделать осторожно. Но это даже какая-то эстетика придает этой тачке. Вот, так что такая очень прикольная тачка. Мне прям очень нравится. Следующее. Это у нас предпоследняя модель. Это у нас Камара, который я ждал распаковать. Новый кузов у меня в коллекции. Максимально обожаю кузов этот Камара. Вот купил бы себе модель 18-го масштаба 43-го, но они дорогие. Пока что, поэтому нет возможности. Это у нас Камара 85-го года и Рок-Z. Давайте его распакуем. Просто, я просто, понимаете, я видел такую машину в реальной жизни, в музее, когда был на море. Вот, и когда я ее увидел, я просто понял, что она должна быть у меня хотя бы в масштабе. И вот, наконец-то, наши Hot Wheels ее сделали. И теперь она у меня есть. Это красотка. Очень красивая Камара. Вообще, как являясь фанатом Камара, естественно, тачка для меня очень много значит. Такой приятный вишневый цвет. Вот такая, конечно же, лютая жопа. Очень нравится. Смесь какое-то вот. Что-то в ней ЖДМское есть, я не знаю. Что-то в ней есть, короче. Чем-то она раздалбывает мне мозг. Очень крутая тачка, пацаны. Так, следующее. Это у нас последняя тачка. Это у нас Nissan 35 Sky. Точнее, нет, просто 35 GTR. Вот он, пацаны. Очень крутой серый GTR. Это тоже Recolor. Мне кажется, что вот в сером цвете ему максимально круто, потому что я считаю, что это так. Реально, он очень круто в нем выглядит. Смотрите, как он круто выглядит в сером цвете. Очень крутой цвет. Очень круто проработана жопа, как и морда. Вообще, в целом, тачка nice. Вообще, просто пушка. Как говорится, вообще. Черные диски с черными полосками на сером цвете. Это просто офигенно смотрится. Лютый гетер, который может просто разносить. Вот такой вот, ребят, крутой Sky.
Ну все, ребят, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. С вами был Ваван, вы на канале Саня Саван. Всем пока. Сегодня была лютая распаковка 16 машинок Hot Wheels. Всем спасибо, ребят. Всем удачи и всем пока. Это было люто. Давайте вот только я на превью красиво поставлю, потому что, ну как бы, хочется нормальную превьюху сделать. Так, сейчас вот так вот. Превьюха — это всегда интересно. Так, вот теперь сюда. Сейчас. Немножко вот так сузим. Так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. И вот так. Вот, пацаны. Вот такая лютая превью. Ну все, ребят, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.